Друзья, привет! Вот начался наша, или началась наша окотная кампания. Вот наша мамка, первокотка, которую мы в прошлом мае привезли с Катум, принесла нам двух ягнят. Такие шоколадного темного цвета, коричневые. Утром мы управились в 7 утра. Супруга говорит, что она не ест, отказалась от корма, хотя накануне она ела. Сейчас утром не было аппетита. И вот поехали на работу. Сейчас 11 часов. Только приехал, удалось вернуться, сразу зашел к овцам и смотрю, уже вот два стоят, точнее пока лежат, но уже стоят, уже сухие, уже их облизали. Вчера только мы перевели, обратили внимание, что сильно у нее была петля набухшая, и мы решили с супругой их перевести коровник. Вот наш, кстати, корова здесь с нашим бычком. Вот такой уже у нас слоник. Вот, перевели сюда. Все-таки на улице небольшие морозы. Сейчас минус 5. Но так как первокотка, решили подстраховаться. И вот это наша ярославская. Самая наша старшая и опытная овца, которая четверых в прошлый раз принесла. И вот видите, она стоит молодая в шоке небольшом. А мамка, а ярославская тоже ведет себя, как будто бы она родила. Вот так они звук такой издают. Бурчащий как бы. А наш первокотка в небольшом шоке пребывает. Но во всяком случае она их не бодает, не толкает. Сейчас супруга придет. Посмотрим, как. Какой пол ягнят. Судя по срокам, я предполагаю, надо будет записи посмотреть. Я думаю, что это от того барана, который у нас, которого уже нет у нас. Это он у нас к первой линии. Вот. Я предполагаю, что эти ягнята, значит, тоже первой линии. Значит, она у нас самая первая покрылась. И самая первая принесла. Ну, слава богу, она такая не очень крупная, эта овца у нас. Мы немного переживали, что... Ну, у меня были такие опасения, что первый окот, может быть, там сложности. Но, слава богу, все обошлось. Теперь надо убедиться, что они сосут вымя. И тогда можно будет немножко расслабиться. Давайте чуть позже тогда включусь и продолжу. Друзья, супруга пришла. Сейчас посмотрим, кого она нам родила. Шоколадная, Настя, смотри. Вообще прям шикарно. Шоколадненький. Супруга пришла. Мальчик. Мальчик. Два барашка? Да. Ну вот, два барашка. Конечно, хотелось бы ярочек. Но, к сожалению, так как есть. Что-то мне не нравится, что они Настя к этой ярославской лезут, как бы она. Ну, тебе и надо отсадить. Да, сейчас мы ее отсадим, чтобы не было путаниц с выменем. Они сосутся, а ярославская. Ты видишь, они сосутся, ярославская? Она их еще не примет. Ну, давай, вот так бывает, видите. Она еще не окатилась, она их уже принимает. Не очень хорошо. Ладно, переведем сейчас ярославскую, вернемся. Убрали мы ярославскую. Ну вот убрали ярославскую. Малыш подходит, сосет. И от нашей этой, с проточенной,
первокодки. Второй пока нет. Ярославская орет, как потерпевшая, мы в соседний сарай определили. Все-таки у нее сработал какой-то материнский инстинкт. И она считает, что это ее ягнята. Вот как так бывает? Это, наверное, вот последствия того, что Толя очень скучная. Ну, вот эта клетка маленькая у них сработала. Может быть, просто в голове что-то перевернулось. Ну, в общем, вот имейте в виду, что такое тоже бывает. Это хорошо наша вот эта с проточной. У нее, так как она первокотка, у нее еще немножко не отложилась. А другая могла бы почувствовать, что другим молозьем пахнет, и могла бы отвергать, откидывать. Но, слава богу, это мы не наблюдаем. Вот, не знаю, то, что они раздеребили в имя Ярославской, как это, какие последствия будут. Будем надеяться, что без последствий. Ну, в общем, вот так, друзья. Спасибо за внимание. Пока.